концертном зале детской школы искусств города прошло музыкально-поэтическое внеклассное мероприятие «Юратна Чувашень», любимый Чувашский край, посвященный Дню Чувашского языка и Дню государственных символов Чувашской республики. Внеклассное мероприятие проводилось с целью воспитания патриотических чувств подрастающего поколения, приобщения детей и молодежи к культурным ценностям чувашского национального искусства. В программе мероприятия принимают участие обучающиеся музыкальных, театрального, художественного отделений. Учащиеся в музыкальных отделениях исполнят произведения чувашских композиторов. В исполнении учащихся театрального отделения на чувашском и русском языках прозвучат стихи чувашских поэтов. Также в рамках мероприятия на выставке были представлены работы учащихся художественного отделения с изображением образов Нарспи, красоты природы родного края, а также работы вышивка куклы в национальных костюмах, выполненные обучающимися и мастером чувашского декоративно-прикладного искусства, заслуженным работником культуры Российской Федерации Чувашской Республики Татьяной Шарковой, она же преподаватель художественных дисциплин в детской школе искусств. Мероприятие сопровождалось содержательной мультимедийной презентацией о чувашском искусстве.